Деграсс, полонез и московская кадриль – это лишь немного из обширного репертуара танцев на осеннем балу. Так, в Химках отметили День пожилого человека. Среди приглашенных – члены клуба «Активное долголетие». Среди гостей бала есть и профессионалы. Вадим Губкин и Ольга Маева – призеры Московского областного конкурса по историко-бытовому танцу. Несмотря на возраст, вальс выходит у них легким и воздушным. Потому что танцы – это жизнь. Потому что танцы – это движение. А движение – это и составляет сущность жизни. Как говорят организаторы, такие мероприятия позволяют не только популяризировать танцы, но главное, они дарят огромный заряд энергии и прекрасного настроения. Самое главное, у нас здесь настроение, наше сообщество. Вот мы только встречаемся, уже радость. Да только собираешься, начинаешь думать, какое платье одену, чего я здесь, вот, какой образ я сегодня сделаю. Уже идет настроение. Отмечали праздник не только в ДК «Родина», чествовали старшее поколение и в парке Толстого. Здесь звучали русские народные песни в исполнении ансамбля «Сударушка». Международный день пожилого человека в таком формате в нашем округе проходит впервые, несмотря на то, что отмечается он уже 30 лет. Теперь бал хотят сделать красивой традицией.